Всем приветики. Заказал я с Алиэкспресса заглушки, много всяких разных заказал. И мне самое интересное, что их всех отдали в один день на почте. Первые были упакованы в пупырку, довольно-таки толстую, плотную. Вторые просто в пупырочку были упакованы. Третья в обычном пакете, без пупырок, без ничего. И четвертая тоже в обычном пакете, без пупырок, без ничего. Есть даже какие-то надписи есть. Ну, это я из четырех разных магазинов. Я заказывал. Мне нужны были вот такие для USB-шников. Я заказал их в одном магазине, но захотел еще заказать и в другом магазине, в котором я раньше заказывал для телефона, для микро-USB. Вот они такие. И причем там у них качественные заглушки, реально качественные. Поэтому я решил заказать. Просто у них для телефона, для микро-USB, резина, вот она, резина, она гнется. Тянется, гнется, вот. Нажимаешь. И я подумал, может быть, и у них для USB тоже будет резиновая. Поэтому тоже заказал. Но у них не резиновая, а пластмассовая. Но пластмасса, видно, что толстенькая. Плюс по всей длине, вон сбоку, идут линии. То есть оно должно крепко держаться на USB. Ну, для микро-USB я уже покупал. Я знаю, что они это хорошие, у меня уже такие есть. Но тогда, когда у них заказывал, я заказал только такие. Хорошо, что у них, кстати, можно указать, какие ты хочешь. А сейчас заказал комплект стандартный, который там и поставляется. 5 для USB, 5 для микро-USB. Вот, и хотел проверить, как оно будет. Сейчас наденем. Он довольно-таки плотненько, крепенько одевается. Прям так, с таким усилием. Ну да, с усилием надевается, с усилием снимается. Да, хорошие, не спадут. И плотненько одеваются. А вот тоже для USB, только с другого магазина. Тоже. Так. Но тут видно уже и качество другое. Если вот сравнить, то видно, что и пластмасска худее, более худая. И на стенках нет ничего. То есть здесь есть такие ребрышки, благодаря которым будет держаться крепко. Здесь ничего нету. Плюс пластмасска более тонкая. Тут вон она видно потолще. Так, если вот сравнить, то видно, что здесь пластмасска потоньше, а здесь потолще. Ну и попробуем одеть сейчас. Ну да, так это легко одевается. Вот оно вообще легенько так одевается, легенько снимается. В то время, когда вот это с таким немножко напрягом заходит, с напрягом снимается. Но эти, кстати, дороже стоят, чем эти. Да, оно вообще легко одевается. То есть вот легко, начни тянуть, оно уже снимается легко. А тут, если начнешь тянуть... Ага. Не особо. Ну и еще. Для своего жесткого диска сюда заглушку заказал. И сюда на провод заглушку заказал. То есть, вот они пришли, это тоже в пупырке были. Вот эти. Так, я их сейчас распакую, а то это долго будет. Ну вот, в общем, это для... Они, кстати, такие маленькие прям. Такие тоненькие, прям такие миниатюрненькие. Но выглядят, кстати, приятненько, качественно. Здесь такое... Как будто бы матовая, шершавенькая. И вот оно надевается, но... Плотно одевается, хорошо одевается. А сниматься вообще... Ого! Так тяжело, так плотно одевается. Так туго. И снимается... Ого! Тоже с усилием. Там как будто бы вакуум создается. Потому что оно же щелкает.
Аж хлюпает-то как-то. Вот, в общем, такая заглушка получается на провод. С одной стороны, и заглушка на этот провод. С другой стороны, получается, он со всех сторон защищен. А то у меня раньше были такие, но не закончились. Поэтому я заказал новые, вот они. Ну и решил заказать еще у этой фирмы. Посмотреть, как они будут выглядеть. Ну и еще вот такую заглушечку заказал. Она резиновая, кстати. Это пластмасса, это резина, это пластмасса. Здесь большие пластмассовые, маленькие резиновые. Так, и здесь мы... Есть такие вот, как бы, ребрышки есть внутри. Ничего нету. Ну, нормально, хорошо зашло. Не туго, ничего. И как раз черненько под цвет. И пульт туда не будет. Теперь оно точно со всех сторон защищено. Теперь туда не пыль, ничего. Оно такое резиновенькое. Так, где это мой фокус? Ну вот. Там посередине такая плата торчит. И вокруг пространство. И здесь внутри пространства, а вокруг резины как раз оно туда так входит. Ну и в принципе не падает, хорошо держится. А вытаскивается. Нужно подковырнуть. Но оно не так тяжело туда вставляется. И довольно-таки легко. Ну как легко? Так просто и не вытянешь. То есть вот. Хотя не легко, довольно-таки легко. Но нужно подковырнуть, само оно не должно. Ну да, держится оно не особо плотно. К примеру, или эту штуку снимать. Ты прямо аж такие усилия прилаживаешь. Или здесь ты просто... Ой, что-то у меня уже все из рук валится. Или здесь ты просто вставляешь. Оно так легко вошло. Так легко достается. Я думал, оно наоборот плохо будет заходить. Типа оно какое-то маленькое, узкое внутри. Но оно вообще легко так заходит. И так же легко достается. И это как-то странно. Ну, главное, что оно само не выпадает. Я посмотрел тут в конце вот эти вот ребрышки. Оно, видимо, под конец ими поджимает. Они, правда, маленькие. Ну, если что, другие закажу. Но главное, что оно само не выпадает. Нужно именно подковырнуть. То есть я перевернул, ставил, перевернул, потряс. Оно не выпало. Вроде нормально. Ну, а там дальше видно будет пока, что вроде как нормально. Правда, ну, слабовато держится, но не выпадает. Раз не выпадает, то это хорошо. Вот. Такие вот заглушечки. Ну а на этом все. Всем покедова.